Российская футбольная команда из моего родного города наконец-то приехала к нам на остров. И я очень рада, что мне удалось взять интервью у легендарного и знаменитого тренера Валерия Кузьмича Непомнящего. Команда уже раз четвертый здесь. Что касается лично меня, то я первый раз. Ну, конечно, я наслышан, я знаю, что из себя представляет Кипр, что из себя представляет спортивные базы, на которых приходится работать. Поэтому, выбирая из возможностей в Европе, где-то на юге у нас, в России или Кипре, мы, конечно, даем предпочтение Кипру и не ошиблись. Говорят, что один из игроков футбольной команды ТОМ, Евгений Башкиров, известен как самый интеллектуальный игрок России. Нам удалось поговорить с Евгением, и могу вам ответственно заявить, что да, это так. Последние две книги, которые я прочитал, это был Роберт Капп «Скрытая перспектива». Это фотозарисовки, фотовоспоминания, сопровождаемые текстом как раз этого замечательного фотографа, который для меня открыт был вот сейчас буквально, о Второй мировой. Он был свидетелем очень многих событий, причем непосредственным. Он снимал высадку в Нормандии, например. Ну, то есть очень интересные вещи. И такой живой текст, немножко фантазийный, конечно же, как и у всех фотографов, мне кажется, которые больше любят запечатлеть, пытаться зафиксировать момент и увидеть чувства, нежели пытаться текстуально это подтвердить. Но сейчас книгу, которую читаю, это каталонский писатель. И книга называется «Я исповедуюсь». Это очень какой-то труд, который ждал меня последние полгода.